Всем привет! С вами Громадин Ярослав, блог «Наш Питер». Вот я нахожусь на фестивале «Голос кочевников». Я на таком мероприятии впервые. В принципе, мне все нравится. Вечер очень дружелюбно. Очень много людей расположились прямо на на палатку. Он какой-то таймер идет, я пока не знаю, что он означает. 40 минут осталось до начала чего-то. Большинство русских людей и молодежи приехали посмотреть на Калинов мост, который начнется в 19:30, вроде как, судя по программе. Есть достаточно много всяких развлечений. Я видела, обучали русским народным танцам. Есть отдельно комплексы бурятов, семейских, казаков. Они продают различную сувенирную продукцию. Учат изготовлению различных вещичек, глины, ободки для женщин, разные рукоделия. Есть душ за 50 рублей и ванна за 100 рублей. Есть столовая, в принципе, можно взять. В столовой можно приготовить, в принципе, то, что вы уже взяли с собой. Разводить костры на территории комплекса запрещено. Но если у вас есть с собой разборный мангал, то вы можете в нем что-нибудь приготовить, шашлык, кипятить воду, например. Ночью ближе к сцене относительно тепло, ближе к лесу говорят, что прохладно, сыро, тепло. Ну, очень много. Билет для сегодняшнего мероприятия 1000 рублей. Ну, это бесплатно. Вчерашний мероприятие стоило 800 рублей. Вообще здесь, конечно, интересно, потому что разные красивые. А вот, кстати, сзади площадка, сейчас я ее покажу. Поехали домой, все. Невозможно. Мне кажется, это очень интересно, и я с удовольствием попробую тоже. Что мне не получит. Да? Вот. Видимо, показываю движение, которое нужно повторять. Потом под музыку они все это станцуют. Мне кажется, что это очень здорово. Развлечение для молодежи, помимо того, не знаю. На шине горы выложил какой-то ряд. За мной из белых камней. Женщина с грудным ребенком, есть люди очень пожилого возраста. Конечно, подавляющее. Большинство людей — молодежь. Ну, молодежь тоже не опасно. Сейчас мы пойдем. Лавочек. Не, выпрыгивайте. И туда, назад. И те, которые вы можете подарить. Сувениры с данного мероприятия. Символикой «Голос кочевников». А, вот здесь очень интересное поле. Пляжный волейбол. Я в волейбол не особо сильна, но мне почему-то он очень нравится. И я бы сказала, я взяла с собой купальник. Говорят, что он здесь нет речек или каких-то водоемов. Здесь небольшой ручей, но он очень холодный. Пляжный волейбол. И играть в купальник. Здорово.
есть русские национальные забавы, азиатские. Ну, он среди азиатов, потому что другая группа. Из русских забав это вот жалобы, борьба, мечта. Подвижное кресло, когда тебе надевают очки виртуальной реальности, и ты садишься на кресло, которое висит на таких резинках или пружинах. Детские развлечения, к сожалению, пустые. Вообще музыка хорошая. Преимущественно это горловое пение, но будут и рок-исполнители. Мы приехали в палатки, хотя здесь есть юрты, да, в которых можно переночевать, стоимость, по-моему, одной ночи 500 рублей. Есть вон палаточный кемпинговый лагерь. Пока я шла по дороге, видела здесь. А еще впереди будет, по-моему, верблюд. Сейчас посмотрим. Да, он будет чуть подальше. Вот здесь центральные ворота. А вон люди играют в бадминтон. Погода отличная, тепло. А вон и верблюд. Сейчас я покажу поближе. В принципе, когда мы едем в сторону Монголии, до того же даже не знаю. Щучьего озера. Их бывает очень много. Попадается. Но все равно видеть верблюда. Кажется, что это такое необычное животное. Сейчас посмотрим. Буду поближе и покажу вам. На этом мероприятии присутствуют не только, скажем так, наши местные ребята в Улан Удэнс, да? Очень много приезжих. С нами сейчас в компании тусит француз Андре. А вообще, есть представители Кореи, Монголии, люди, которые приехали из нашей столицы, из Москвы, Питера. Ну, в принципе, это все. Голос кочевников, приезжайте, будет здорово.